небольшой, так сказать, акцент, замечание. Сегодня с утра звонков было очень много, но все спрашивают неправильные вопросы. Тут спрашивают, например, теплицу, названия всякие там других произведений, но они не спрашивают конструктив, то есть форму или еще что-то. То есть на слуху какие-то есть там теплицы, но не спрашивают самое главное. Вот смотрите, вот идет арочная теплица из трубы 20 на 20, о, и усилитель резонанта. Говорят, оу, блин, сломает, сложит. Я говорю, подождите, если мы даем 10-летнюю гарантию, значит, мы уверены, что ее не сложат снегом. А когда начинаешь объяснять, что главное не размер профиля-то, а сечение, то есть толщина стенки, то вы там начинаете некомпетентно и так далее. Но как, если мы производим больше 10 лет, в этом году 10 лет компании, еще ни один человек не нашел раздавленной нашей теплицы, а у конкурентов любая компания, можно найти десятки сложенных теплиц по тяжестью снега. Поэтому главное это сечение трубы, даже с одним усилителем. Даже смотрите, в одну трубу из горизонтального усилителя мы даем гарантию без ограничений 10 лет с нашим монтажом. То есть вы должны понимать, что если мы даем гарантию 10 лет без ограничений, то значит, кто ее сам соберет, она не сложится. Если кто-то прям переживает, для этого есть фермер. Двойная цельная сварная дуга, усиленная. Есть еще фермер VIP, у которого сверху 20 на 40. Есть крепыш 20 на 40. Но ребро-то остается у обычной трубы также 20 мм. Поэтому будьте внимательны при выборе. Не ведитесь на рекламу, не ведитесь там на всякое. Просто можете в отзывик зайти, там на ФЛАМ. Мы работаем на результат, даже если у нас есть негативные отзывы. Но они негативные, самое что интересно, отзывы от тех людей, кто у нас их не купил. У нас весной десятками идут негативные отзывы от каких-то непонятных людей, которые у нас теплицу не покупали. Но ФЛАМП их режет, потому что он понимает, что если человек не купил теплицу, то он не может дать адекватный отзыв о том, чего он не испытал, не попробовал. То есть у него нет этой нашей теплицы. А он пишет какой-то негативный об отношении или еще что-то. Я не могу каждого любить клиента, поймите. Клиенты все разные, так же, как и я. У каждого свой характер. Когда просто начинаешь правду жизни объяснять, да, даже по арочной теплице, то многие встают на, так сказать, штыки воспринимать или на дыбы. Как так? Там написано то-то, то-то, тут-то. Я вам из практики говорю, из жизни. Я всем говорю, найдите нашу поломанную теплицу. Я вам подарю теплицу. Просто подарю вам теплицу. Если кто найдет нашу теплицу, поломанную под снегом. Конкретно, фактически, прям вот с фотографиями, с клиентом, по накладной, что у нас купили. Но никто этого не может сделать. Поэтому, поверьте мне, я не могу со всеми как бы на одной ноге общаться. Мы работаем на результаты, на качество. Всем спасибо.